Фотки даже есть. Вообще стрём. Вот так. Пока не садимся. Варик, вот так делать. Я когда ставлю фотки, садимся, как раз набирать. Нет, давай ныряй. Ныряй, говорят все. Рита, ты же вот. Не смей меня толкать. Не спаси ее. Парень, толкай, толкай. Я там контролировала процесс, а здесь я его не контролирую, поэтому мне страшно. Василий очень, кстати, тут находится. Блин, я боюсь, что она меня ужалит, потому что она умерла. Стихи. Да, она уже не может. Делай стихи. Палочки тогда были зажили. А если можно потрогать? Это живые, да? А можно потрогать? Не знаю. Сейчас, подожди. Мне кажется, они уплывут. Не, мне кажется, это палочки. Это не может быть. Да какой они, не шевелятся. Смотрите, рыба. Вот она. Живая. Она шевелится. Помойся, помойся, помойся. Ты не купаешься, наверное? Нет. Лиз, пойдем в кулаки. Без порядки? Ладно, ты кулаки это видела. Меня раздели. Ты можешь это одеть, Жар? Нет, пойдем, нет, спасибо. Нас... Там медузы были. Ай, блин, напоролся. О, спасибо. Я ж такая тиктокер, что там. Ты посмотри, сколько у тебя зрителей. Собери. Так, первый тык-тык ее, второй тык-тык мой. Да, да. Ради личного бренда, Лиз. На озеро могу быть. Представь, что ты на льду. А где-то там мячик. Так, чуть поближе друг к другу. Вот, хорош. Лиз, надо поторопиться, Лиз, у нас теория. Три. Но она не так качается. Не, Лиз, нет. Нет, не так. Это не так, ее роль. Так, позе да. И качаться в ней. А ты начинаешь... Да она в клубе. Она на отдых приехала. На видео показывала? Да, конечно. Лиз, давай сейчас дом покажем. Что? Это, блин, она еще в лайке застряла. Снимите дом или Ксюху, у вас получится, я уверена. Я считаю, что Ксюха тоже, ну да. Пум-пум-пум-пум-пум. И начала качаться в одной позе, потом под пах удар, и все, я опять в эту позу. Потом получила, да ей нужно и потом отдал. Она, только и получает. Получила. Анна, сумку, дай мне сумку туда поставь, она сейчас будет клеить. Матерные слова. Опять снимаем. Надо собраться. Нельзя ошибаться нельзя. То самое. Волнение, волнение, Паша. Зрители, зрители. Так никогда волнения нет. Неважно. Спасение. Ой, головой не надо. Еще раз. Хорош. Самое слабое звено. В Испанию вышли? Я помогу. Там молодежка были. Все звезды там, Тиаго Алькантар, этот, ну, который вот, как еще-то это? Иска. И они выходят на разминку. Вот на таком стоят такие, все расслабленные. Марин, ты готовься. А не расслабленные. А я тебе рассказываю, да. Потом так, раз, что просто, такое? Просто проверь-ка его. Оп. Чудо правое. Краснодаре, футбот. Там самая большая Подарная скорость, километров 100. Я вот так вот вставал, он плюет, ни разу не остановил. У вас ноги на месте остались? Ну вот 100 километров все равно отскакивает. Я вот так, чтобы поймать его, ну, не мог. Оп. На! Я за легкую. Я отдал. Выходи на солнце.
подожди, а не забить важный пенальти или... не забить важный пенальти. Хорошо. Нет, стой. Лиза, пенальти не бьёшь. Нет, стой, я хочу привести в матч. Было бы, было. Нашёл. Ты там жарил вот тут. Соседи убивают. Солнышком посмотрите, где оно будет садиться, где оно начинает, какие ворота нужно будет выбирать. Там у нас 10 минут работы по началу, по организации атаки, по вариантам. Сейчас двигаемся в круг и начинаем работу. Получается, вот у нас как бы полторы тренировки, точно не одна. И в клубе тоже. Получается, переработка? Ну да. Получается, да. Получается, все в копилку. Да-да. Юриши. Идет кисть. И твоя задача не локтем сюда встречать. Тебе же его бить не надо. Тебе его надо встретить. Пойти на сопротивление, чтобы он не продавил тебе кисть. И тогда ты не просто ставишь пальчик, а идешь навстречу. И тогда он уходит вот в эту сторону. А когда ты начинаешь добавлять локоть, он идет на добивание. А нам этого не нужно. Пошли. И раз. Да, хорош. Мальчиками доставай. Раз. Оп! Хорош. Оп! Достань, да, молодец. Он сказал. Оп, и достать его. Браво, умничка. И раз. Да, супер. Ты мальчик, вот что там все?
щитом буду ловить. Лайфхак. Сейчас будем щитом отбивать. Если не буду достать, буду бросать, если что ловить. Пошли, еще раз дело. Не додать. Так, вот прискакала раньше времени. Ты хорош. Сильнее передачи. А теперь этот самый, теперь я верю в тебя. Все, давай еще один. Таблерон большой в этом, попрешок какой-то. Там третий удар, Лиз, ну соберись, там третий удар. Так сначала